Dear friend, our 15th season of the competition has come to an end. Many participants impressed with these skills. They were singer and pianist, songwriter, instrumentalists. I personally always enjoy listening enthusiastic Kazakh folk performers. Kazakh singers amaze me with those increasing skills. Performers from America was a pleasant surprise. And wonderful little pianist from Turkey. A very professional group. I will now name the most memorable performers. Nurasa Spanova, Aisha Medikamkuzu, Renata Mishina, Nurlibek Alikhan, Merambek Koralei, Juliet Allison, Mambekov, Abrasova, Ruspaeva, Miranenko, Özturk Kerem, Rashkova, Medet Aysultan, Abulai, DJ Days, Stienkina. Sorry if some names was wrong. I try my best. So, I'm Olga Damojbazile and I wish all participants good luck and creative success. Bye-bye! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас. Я Ольга Дамович-Базиле. Закончился наш 50-й юбилейный сезон фестиваля-конкурса Golden Time. Участников было много. Номера были все очень интересные. Порадовали не только певцы, но и пианисты, юные пианисты из Турции. Очень большая группа. Молодцы. С энтузиазмом, с энергией исполняли свои произведения. Несколько артистов из Казахстана с народными инструментами. Продолжаете традицию. Прекрасно, это замечательно. И видно сразу энтузиазм и удовольствие. Получаете удовольствие от игры. Это прекрасно. Среди вокалистов тоже были отличные казахские исполнители. Прекрасные исполнители из Америки. Я сейчас назову несколько имен тех, кто мне запомнился по разным категориям. Простите, если чьё-то имя произнесу не совсем корректно. Старалась, но простите, если совершу какую-то ошибку. Нураса Спанова, Аиша Метиганкузу, Рената Мишин, Нурлибек Аликхан, Мерамбек Куралау, Джульет Эллисон, Мамбек Абрасцова, Руспаева, Мироненко, Эстюрк Керем, Рашкова, Медет Айсултан, Абулай, Диджей Дейс, Стенькина. Немножечко все, может быть, перепутано по возрастным и разным другим категориям, но некоторые прислали более чем один номер. Я все их оценивала отдельно, как бы, и будет общая оценка. Поэтому не удивляйтесь, какие-то номера получились лучше, какие-то, может быть, хуже. В общем и целом, общий уровень был очень высокий. И, как всегда, сложно выявить такого явного победителя, потому что во некоторых категориях все очень сильные. Да, и сравнивать приходится по сложности песни иногда, по возрастному цензу, по тому, подходит или не подходит композиция к голосу, да, потому что иногда вот слышно, особенно те, которые присылают композиции, несколько композиций, одна из композиций прям замечательна, а следующие могут быть хуже. Но в любом случае все старались,
Все большие молодцы. Я желаю вам дальнейших побед, дальнейших успехов. Участвуйте, набирайтесь опыта. И надеюсь, мы с вами сейчас встретимся. Некоторых участников я уже знаю. Пробуют новые категории, пробуют писать песни, пробуют делать каверы, кто-то пробует себя в разных жанрах. Молодцы! Очень рада вашим прогрессам и с удовольствием слежу за вами. И прощаюсь, до новых встреч!